Здравствуйте, это программа «Линия жизни». Уверенность в себе, в своих действиях приходит к нам через опыт. Каждый из нас получает опыт в разной среде – семья, школа, секции, кружки, работа, друзья и социум. Опыт бывает в безопасной среде, когда даже если мы ошиблись, нас поддержат, подскажут, и у нас есть возможность все исправить. И в среде небезопасной, когда нас могут угнетать и манипулировать нами другие люди. Как действовать в таких ситуациях, знают психологи. Очень часто родители говорят: «Я устал бороться со своим ребенком. У меня столько сил уходит на борьбу. Я борюсь с ним с утра до вечера». А может быть, все-таки стоит сдаться и прекратить борьбу? Задуматься, что я делаю не так, что приводит к борьбе, и попробовать по-другому. Потому что всем нам и нашим детям нужна любовь, а не борьба. Родители и дети – все мы живые люди. И порой, а то и очень часто мы выражаем недовольство друг другом, обижаемся, злимся, перестаем друг друга слышать. Возмущаемся потом: «Сколько раз я тебе говорила?» Обвиняем себя, что не сдержались, что накричали, и опять все идет по кругу. Мы предлагаем тренинги для подростков. Я учусь себя понимать. Ведь для подростка обретение опыта – это поиск самого себя и своего пути. Это не прихоть или не каприз. Это жизненная необходимость, и очень важно, чтобы родители дали возможность получить разнообразный опыт своим детям без излишнего вмешательства. В игровом формате дети будут проживать разные жизненные ситуации, варианты их решения. После тренинга они будут чувствовать себя намного увереннее, будут знать, как действовать в критических ситуациях, становиться уверенными в себе и осознанными. На тренингах мы учимся сочетать лидерские качества, активность, умение быть в команде, взаимодействовать и слышать других ребят. Еще мы учимся, как действовать в критических ситуациях. Учимся эффективно использовать свое время, учимся ставить и добиваться целей и играем в игры по управлению своих эмоций. Тренинги также проходят и для родителей. Возможность поставить себя на место друг друга, услышать, какие слова приводят к конфликтам, к неслышанию, к лени, к проблемам в учебе. Упражнения на принятие детей друг друга и проявление любви. Игровые упражнения для снижения напряжения. В медицинском центре «Медведь» ведется запись на осенний курс «Я учусь себя понимать», набирая две группы с 9 до 13 лет и с 14 до 18. Тренинги будут проходить по адресу улица Красноармейская, 64Б. Записаться в группу можно по телефону психолога Ларисы Борисовны Поповой 8-911-522-2067 или по телефону медицинского центра 232-16-232-26 8-911-522-2015. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы! В медицинском центре «Медведь» по адресу Советский проспект 183 ведет прием врач-невролог Галина Алексеевна Нечипаренко. Записаться можно по телефону центра 232-16-232-26, 8-911-522-2015. В медицинском центре «Медведь» по адресу Советский проспект 183 ведет прием врач-терапевт, врач УЗИ-диагностики Татьяна Владимировна Прахова. Записаться можно по телефонам центра 232-16-232-26, 8-911-522-2015.